Реализованный комплекс мероприятий по профилактике правонарушений способствовал сокращению общего количества зарегистрированных преступлений – более чем на 700. В Брестской области отмечается самый низкий уровень преступности не только по данным за минувший год, а за последние 10 лет. Однако есть и показатели, над которыми предстоит работать более эффективно. Увеличилось количество преступлений, связанных с причинением тяжких телесных повреждений. О чем это говорит? Это говорит о том, что где-то не дорабатываем, надо будет обратить внимание на эти преступления. А, как правило, что такое тяжкие телесные повреждения? Это бытовая преступность. Реже в совершении преступления участвовали имевшие судимость люди. Еще один показатель – сокращение подростковой преступности. Более чем на треть. Проведенные дополнительно комплексные мероприятия позволили по итогам 12 месяцев добиться общего снижения числа погибших при пожарах. Поставлены задачи на 2019 год, над которыми прокуроры будут работать в течение года. К ним относятся предупреждение гибели людей, предотвращение фактов противоправных посягательств на жизнь людей, особенно в сфере насильственных преступлений. Особое внимание будет уделено защите прав несовершеннолетних, престарелых и инвалидов. Также в центре внимания прокурора в наступившем году будут стоять вопросы строительства, особенно так называемые недострои и долгострои. Прокуратура будет реагировать, а значит проводить проверки в том случае, если будут нарушены интересы и права людей. И даже единичный факт, он в любом случае должен иметь реагирование со стороны прокуратуры, тем более задачи поставлены президентом. Но я вам скажу, что по республике есть, мы где-то порядка двух десятков домов определили, сейчас на них так жестко насели, мы добьемся, чтобы они были вовремя сданы, или же лица будут привлечены к ответственности, вплоть до уголовной. По итогам заседания коллегии прокуратуры Брестской области был принят план конкретных мероприятий по укреплению законности и правопорядка, противодействию коррупции, защите прав и законных интересов граждан и государства.